он получает 40 литров, второй человек 30 литров, и третье место тоже 30. И также я подумал, как бы, и решил, что все равно даже те, кто проиграет, по 5 литров как бы они заправятся. В моем квесте принимает участие 8 человек, изначально было запланировано 10, но так как 2 человека отказались, времени на добор участников у меня не было. Все эти люди любят тачки, кто-то BMW, кто-то Audi, кто-то любит другие марки. Объединяет их сегодня цель забрать топливо. И сегодня они будут бороться за шанс заправить свою машину на 40 литров для первого места, 30 литров для второго места, и для третьего места также будет 30 литров. И я решил сделать всем участникам бонус в размере 5 литров, ранее нигде это не афишировал. Все участники получили карту, на карте я обозначил зону, в которой им нужно объехать все заправки по нашему городу, ну а зона, которая красная, за нее, естественно, выезжать нельзя. Так как коронавирус еще не закончился, всем участникам я раздал маски, естественно, все они запечатанные, новые, чистенькие, красивые, плюс бонусом еще дал им свои наклейки с логотипом «Леха на драйве». Идея конкурса следующая. Участники должны заезжать на заправку и снимать свой разговор с оператором АЗС. Объехать им нужно большую часть заправок нашего города и называть оператору кодовое слово «Я от Лехи». Если они попадут в нужное место, оператор им даст одно слово. В итоге с 3 заправок им нужно собрать фразу «Леха на драйве». Он получает 40 литров, второй человек 30 литров и третье место тоже 30. И также я... подумал, как бы, и решил, что все равно даже те, кто проиграет, по 5 литров топлива они заправятся. Но участники даже не знают, что это одна сеть АЗС, поэтому им предстоит объехать все заправки нашего города и доставлять всех операторов фразой «Я от Лёхи». Но, как всегда, все может пойти не по плану, поэтому давайте вместе посмотрим, как же это будет происходить. А мы начинаем. Давай, идем. Вперед за топливом! Вперед за топливом, еще один Prius. Я не пропустил. Вот, спасибо. Погнали. Вот и все, вот мы немного и попались. Пробка.
Пробка. Большая пробка. Очень большая пробка. Здравствуйте, я от Лехи. Нет ничего у вас? Нет, мне ничего. Нет? Понял, спасибо. Летим, 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 летим! Поп-поп-поп, это что летит? Это первая наклеечка, блядь. Да... Первая наклейка. Есть, плюс один. Отлично. Здравствуйте. А у вас нет ничего от Лёхи? Лёха на драйве наклеечки. Ничего не оставлю. Никаких? Ничего не оставлял, точно? Жалко, до свидания. Я от Лёхи ничего не говорю. Я от Лёхи сразу ничего не говорю. Что? Я сказал, я от Лёхи. Фраза я от Лёхи, правильно. Это главное. Там розыгрыш вообще топлива 100 литров. Вот. Надо проехать по всему городу, собрать три слова. Вот, но там это должен быть. Там должен быть бумажка такая. Это другие люди пришли смотреть. А, это другие люди. Все. Сережка, а вам фраза «я приехал» говорит? Что вы говорите? О, классно, классно, классно. Спасибо. Леха? А почему Леха два раза? Ладно, поехали. Очередная заправка, и опять мимо. Едем на следующую. Здравствуйте, я от Лехи. Спасибо большое, до свидания. Итак, были на двух заправках. Нихера не оказалось, которые возле крепости оставались. А теперь мы подумали, что это все-таки может быть на Березовке. Не зря же на Березовку отметили. Поэтому мы сейчас газуем возле универа и едем собирать на Березовке. Там сразу три заправки. Поехали. Здравствуйте. А я от Лехи. Опа! Походу первая наклеечка. Первая наклеечка. Все, большое. Погнали. Заебись, первая наклейка. У меня завис телефон, и возможно я не смогу дальше снимать. Здравствуйте, я от Лехи. Нет. До свидания, извините. Добрый день. Скажите, Леха на драйве работает? Нет, сегодня не работает. Отлично, спасибо. До свидания. Сегодня ты правду сказали. В смысле? Леха на драйве? Нет. Я от Лехи. Дебил. Реально. Ну что, надеемся, что крайняя заправка где уже собрана. Будем стоять. Здесь просто секунда. Пожалуйста, я от Лехи работает. Ждем. Видимо, последние наклейки можно ехать на финиш. Надеюсь, меня слышно. Так, наклеечку нам ищут сейчас. Так. Спасибо большое. Сказали, не надоело. Здравствуйте, я от Лехи. Вы не участвуете в розыгрыше? Случайно. Здравствуйте, я от Лехи. Нет ничего у вас. Какого Лехи? Ну розыгрыш, Леха на драйве. Нет такого. Нету такого. Здравствуйте, я от Лехи. Участвуете в розыгрыше? Леха на драйве. Не участвуете? Извините. Здравствуйте. Я от Лехи. Я от Лехи. Вы не участвуете в розыгрыше? Нет? Я от Лехи. Вы не участвуете в розыгрыше? Леха на драйве. Вы смотрите канал? Здравствуйте. Я от Лехи. Леха на драйве. Не участвуйте в розыгрыше. Извините. Здравствуйте. Я от Лехи. Леха на драйве. Не участвуйте. А, Леха на драйве говорить надо. Все, понял. Здравствуйте. Леха на драйве. Участвуйте. Леха, я от Лехи. Розыгрыш. Я от Лехи. Леха на драйве. Слово Леха нам осталось. Наклеили. А как правильно?
нам так объясняли. Мне тоже. Там дали полете. А мне... Нет, мне пока разные. Вот как раз легкие не хватает. Я от легких. Здравствуй, я от легких. На минуту я отвечу. Еще раз. Спасибо. Это, а есть другое? Мне не можно. Да, что у тебя, на драйве? Да. Вот, а мне дайте на. На, есть. Ну, показывай, что там у тебя. Леха, на драйве. Ну-ка. В огонь. Я тебя поздравляю, ты первый пока что. Да. Красава. Расскажи вообще, как ты догадался, что вот, ну, как это вообще у тебя все произошло? Ну, блин, я сначала мы стартанули вот с другом, типа, на ЖД, Роснефть. Потом мы думали, решили поехать на Березу на 100. Вот, ребята, это у нас первый победитель. 40 литров топлива улетает ему. Так что мы сейчас ждем уже остальных участников и поедем все на заправку заправлять наших ребят. Все, ребята, приехали? Конечно. Да, вы вторые, да. Покажи. Ну, все четко. Это именно сделали. Я тебя поздравляю. Спасибо большое. Как ты вообще догадался, что это будет именно А100? После второй заправки, на самом деле. Когда мы вот... Мы сначала первый поехали, объехали вообще... от крепости. Да. Как там улица? Я не помню, короче. Ну, чуха это получается у нас улица. Под мостом, короче. Ну, да, да, да. На Белорусской дивизии. Да. Вот, там, короче, нам обернулась неудача. То есть на Беларусь нефть вы сначала заехали под мостом? Посмотрели на карту и решили, что все-таки это будет Березовка. Да? Короче, решили, да. Да, через то есть вы поехали, получается, Березовка, потом Березовка, Янки Купала? Видели, что на А100, потом, да. Когда вот Янки Купала, А100 собрали, и все. Понятно, что это все собрали со 100. Ну да, да. Тогда уже последний либо тут, либо тут. Я еще тут, короче, такой косяк смотрю, мне уже много людей позвонило. Им на двух заправках, получается, дали две одинаковые. То есть он на одной заправке взял бумажку на, и на второй заправке взял на. И потом звонит, а что мне делать? Я забыл просто об этом сказать, то, что если дали повторную фразу, ну, ее просто сказать, у меня такая фраза есть, и, ну, дайте мне другую. Вот этого я не сказал, и, короче, получается, что он две заправки. Так у нас хоть разные, я вообще не смотрю. А, это ты звонил? Да, я звонил. Еще раз, и ты успел вернуться туда? Или как ты сделал? Да, я вернулся. Вставлять? Да, предела разумного. Ну, это было. 2-0 было. Я понял. Тоже летели вообще. А это тоже наши? Да ладно, серьезно? Третье, реально третье. Там вон Гольф едет, вон он. А, у тебя косяк. Что? У тебя косяк. Мы поменяли на этой заправке, ты сказал менять, мы заехали, поменяли. Подожди. Потому что у нас было две Лехи. Ты сказал менять. Вот, девчонка моя тебе писала. Ты сказал поменять. Мы заехали уже на эту заправку, и тут просто поменять. Не, понимаешь, в чем дело? У нас есть видео, если что. Мы молодцы на этой заправке третьего Леху давали. Тебе бабули дали, короче, две... Да, да, две Лехи мне сразу дали, типа. Ну, не сначала... Это косяк. На одной, короче, потом на это стол, которое... Бывает. Косяк просто в том, что мне надо было сказать, если вам дадут фразу, только та, которая у вас есть, допустим, у тебя есть на первой заправке фраза «Леха», да? Ты приезжаешь на вторую заправку, и там тебе тоже дают «Леха». Тебе надо было сказать, типа, у меня фраза «Это Леха» есть, дайте мне следующую, типа, на. Ну, вот забрали, в этом косяк. Покажи свою. Ну, вот у тебя четко все. Блин, ну вот это, конечно, ну это реально... Ему тоже сейчас Леху давай. Ебать, у тебя коптит сзади, я люк закрываю, думаю, вообще же. Вот это реально косяк не твой, поэтому, ну, ты будешь третий, ты будешь четвертый. Ну, а я, кстати, вот думал, будут, интересно, люди вот так вот, ну, планировать как-то свой маршрут или нет? Ну, это понятно. Мы сразу думали, может, покавали, типа, потом посмотрели, покавали, но не очень. Думаю, тут больше заправок, ой, как бы. Блин, ну, пипец.
Ну, молодцы, конечно. Там, короче, заезжаем на Лукойл, такие, говорим, типа, вам правда что-нибудь, я от Лёхи говорю. Я что происходит? Я такой говорю, ну, просто, говоришь, 100 литров топлива. Она такая, в смысле? Я такой, типа, ты говоришь правда, я от Лёхи. Она такая, да, ну, приходили там с камерой. Так это, блядь, я еще заехал на Интерпал, захожу такой. Лёха на драйве что-нибудь, ну что-то такое. Лёха на драйве, ну я говорю, Лёха на драйве. Она такая, типа, что-то нет, что, я разворачиваю, правильный фронт. Блядь, я вылетел. Короче, что, получается, ну, я думал, что вы на Миксе заедете, потому что на Миксе они вообще, у них нету наклеек вообще. Там был Лендер. Да, они первые туда. Мы видели, мы когда ехали. Мы уже после второй аттракционы там вообще не было ни одной наклейки, ничего. Да, правда и говорила что-то, да? Что с тобой? Там интересно, что я живу как бы вообще. Но я звук выключу потом, не переживай. Не надо. Я понял. Люто. Ну так, где когда, не где было, что получалось. Ты, может, тоже так приехал, нет? Ну да. Большая часть участников уже прибыла в назначенное место. Поэтому они без тебя. Спасибо. А та, которая на Беспроме, они хотели на нас милицию вызвать. Сегодня приятно милицию вызвать. И сейчас мы ожидаем остальных и будем уже выдвигаться в сторону заправки, где будет происходить самая приятная часть всего этого мероприятия. Мне очень приятно смотреть на лица этих людей, каждый из них по-своему счастлив, заряжен эмоциями. Возможно, такие розыгрыши сближают людей, а также появляются новые друзья. Я безумно рад, что для Бреста такое мероприятие произошло в рамках канала «Лёха на драйве». Пускай даже масштаб невелик, но это только начало, и дальше мы будем создавать новые и уникальные квесты. Я повторюсь, для меня это был первый опыт проведения такого рода мероприятия, и я вообще ни капли не жалею, что оно совершилось. Я получил просто колоссальный опыт, кучу эмоций, новые знакомства, новые возможности. Максимально зарядился энергией и сейчас понимаю, что такие движения нужно проводить очень часто, для того, чтобы поднять автомобильное движение в нашем городе. Последняя машина уже приехала, поэтому можно потихоньку перемещаться в сторону заправки, где ребята заправят свои машины топливом, и на этом наше мероприятие закончится. Так что давайте все вместе сейчас переместимся потихонечку на заправку и будем смотреть, как же это все будет дальше происходить.
сейчас улетает первые 40 литров топлива. Человек занял первое место. Так что погнали платить. 4.95, 40 литров. Так, будет 7.92, 30 литров. Да. Всем огромное спасибо за участие. Я надеюсь, вам понравилось. Ну, это также был мой первый опыт. Я буду работать там дошитками, потому что сегодня их было просто максимальное количество. В общем, я в этих делах не понимаю, естественно, ничего. Поэтому, я думаю, разберешься. Байтяки. Так, ну а теперь с вами. Ты вообще красавчик. Он приехал буквально за минут 25. Таксист. Ну, ладно. Ну, 30, ладно. То есть он говорит, он конкретно поехал по уже А100, да? То есть ты на одну залетел и потом поехал, просто их всех объездил. Я не буду говорить, какой он скорости ехал. Могут быть проблемы. Ты второй у нас, и ты третий. Ну вот тут получился небольшой косяк, но это не твой косяк, это косяк заправки. Я с ним буду потом разбираться. Вы довольны? Стопудово, да? Да, ну понятно. Ну, я думаю, следующий будет тоже что-то связанное с заправками, но усложним немножко задачу. Ну, немножко надо усложнить, потому что как бы вроде бы и неплохо, но вот есть косяки. Ну, что-то не знаю. Так что огромное вам всем спасибо. Давайте поаплодируем. Ну что, ребята, вот и подошла к концу моя новая серия. Это был розыгрыш 100 литров топлива. Принимало участие у нас 8 человек. Все остались довольны. Есть призовые места. Сигналят, уезжают ребята. Ну а с вами был Леха, канал Леха на драйве. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Также хотелось бы сказать огромное спасибо компании вот этой вот А100 за то, что она дала такую возможность нам снять неплохое видео и разыграть 100 литров топлива, за что им огромное спасибо. Так что дальше будут крутые новые розыгрыши, и в дальнейшем я планирую усложнять весь этот процесс. Ну и будет, я думаю, вам интересно. Следите за мной, подписывайтесь на канал, на мой инстаграм, где-то он сейчас вот здесь вот появится. С вами был Леха на драйве. Всем пока!